Всем привет, друзья! С вами я, Игорь Кадор. Сегодня я хочу рассказать, как можно летать в Ice Cream 3. Мне ВКонтакте написал один подписчик и рассказал, как это можно сделать. Оказывается, очень просто и легко. Это очень крутой баг, поэтому смотри ролик до конца. Мы будем сегодня экспериментировать, и будет очень интересно. Но перед началом поставь свой лайк. Если ты поставишь лайк, то я сделаю очень много багов в этой игре и покажу вам, мои подписчики. Раз, значит три, два и три. Лайк стоит. Думаю, подписочка тоже, да, как бы? Ну ладно, мы начинаем. Нам нужно добыть мотоцикл. Я играю на режиме нормал. Этот мороженщик, он нас будет сейчас трогать. Это не есть хорошо, поэтому я сразу уезжаю. Поехали. Станция метро. Смотрим, что у нас тут. Нам нужно забрать, получается, домкрат и спокойненько добыть нам мотоцикл. Так, а где наш любимый Родик? Род. Ну давай, ты как бы не прячься от нас. Не надо прятаться. О, молодец. Вот это я понимаю. Супер. Мы жестко его обманули, увидели? Через заборчик. Давай, двигай сюда. Смотрите, мы можем так сделать. Хопа, и все. Рот вас не тронет. Поэтому не нужно, не стоит его бояться. Он слишком медленный. Я думаю, он нас никогда не поймает. Потому что я уже профессионал. А вы становитесь профессионалами, смотря мои ролики. Так что не бойтесь. Короче, мы добываем мотоцикл через, получается, торговый центр. Потом, с этим мотоциклом нам нужно найти какую-либо, получается, лестницу. Ну, наверное, многие скажут: ой, Адорчик, уже кто-то снимал про это. Ты не первый, кто это снял. Ну, я знаю, но просто мне самому интересно. И, может быть, мои подписчики тоже не видели, как бы, этот баг. Забрали. Ну все, мотоцик есть, хорошо. Теперь нам остается что делать? А где наш... Ага, все понятно. Он оттуда бежит, ой-ой-ой-ой. Так, в принципе, тут больше нет никаких лестниц, я думаю. Тут смысла нет находиться уже, уезжаем. У нас лестница есть в гараже. Давайте начнем с гаража. Как вам такая идея? Мы останавливаемся тут. Так, гараж у нас находится... Ага, наша лестница находится именно снизу. Нас должны поймать два раза. Мы сейчас сделаем так. Мотоцикл кладем сюда. Пусть рот нас поймает. И два раза должен поймать нас. Потом мы спустимся вниз. Попробуем мотоцикл, кстати, спустить в бункер. Тайный бункер. Будет тоже интересно. Так, давайте мы обрежем быстренько. Ага, угу, ага. Ну, я никогда не гулял, ну, точнее, не летал по этой местности. Мне просто даже интересно, что у нас находится вокруг этой местности. Так, ну давай мы на всякий случай так вот откроем, думаю, да? Ну, даже, наверное, не было бы смысла. Так, лови. Отлично. Ну все, мы можем сейчас открыть, получается, тайный проход в подземелье. Но для этого нам нужен, получается, лом. Лом у нас находится тут. Мы берем, делаем так. Выкидываем. Мотоцикл берем с собой. И спускаемся вниз в подземелье. Вау, просто гляньте. С мотоциклом можем тут ходить или что? Да, ты что? Вот это фантастика. Кидай. Подожди, мы не можем сюда кинуть или что? Да ладно. Не шути так, не надо так шутить. А если мы сделаем так? По-хитрому, смотрите. Хопа. Йоу. Так, мы сейчас на лестнице. Нужно сесть на него. Ну-ка. Да ладно, он баганулся. Выходим. А, не сработал. Нет. Ну я же на лестнице, вот, смотри. Так, ехать я ничего не могу. Хопа, вышли. Да ладно, у меня пока не работает почему-то. Но, скорее всего, это просто лестница такая проклятая. Я не знаю. Давайте мы заберем его. Я предлагаю его забрать. Так, как мне его забрать? Отлично, забрали. И давайте попробуем через эту лестницу. Но, надеюсь, как-то мотоцикл станет сюда. Я просто надеюсь. Не встает, прикиньте. Вот это да.
Смотрите, я снизу, он не чувствует. Ха-ха. Так. Ой, блин! Серьезно? Поймал меня, гадюка! Очуметь. Ладно. Офигеть, в руках! Фух, остался. Короче, как вы могли заметить, в этой части тут есть как бы... Да, я понимаю. Тут есть лестница, но она не рабочая. Поэтому я не вижу смысла дальше продолжать что-то тут делать. Уходим. Уходим. Открывай. Закрывай. Лагерь. Пробуем на лагере. Там была лестница у маленького домика. Пробуем теперь тут. Надеюсь, рот нас сейчас не будет тревожить. Мы быстренько пройдем и посмотрим, сработает ли та лестница. Открывай. Так. Ну, я баг вам показал уже, как пробраться за пределами карты. Теперь, подписчики, вы мне показываете, как делать другие баги. Становимся вот сюда. Кидай. Ну же. Почему он не кидает? Отлично. Так, Моцик, ты давай не катись. Мы забираемся по лестнице. Угу. И садимся в Моцик. Ну, вот так вот. Смотрите, я ездить ничего не могу. Выходим! У-ху! Е-е-е! Багушка сработал! Вау! Это просто фантастически! Вы просто посмотрите, что я сейчас мучу! Я предлагаю сейчас кое-что сделать. Смотрите, интересно, рот нас поймает или нет? Так, за этими пределами получается у нас тут что? Ничего, за этим забором. Фантастика! Ну-ка, рот! Интересно, он меня увидит? Родик, я тут, я нахожусь тут. Офигеть! Ну-ка! Смотри, 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 смотри! Вау! Не может меня поймать! Смотрите, он прям тут и не может ничего сделать! Это какая-то жесть! Мне жалко Рода, то что он не может нас поймать! Мы его обманули очень жестко! Смотрите! Уху! Что он делает? Вау! Да-да-да, Род! Расскажешь! Ого, нифига себе! Это что за такое дерево? Свечащее дерево, да? Секретное какое-то. Так. Давайте поднимемся наверх. Я предлагаю как-то забраться внутрь домика. Получится ли у нас это или нет? Ну, посмотрим, посмотрим. Так, смотрите, звук, как мы ходим, остался. Вау, это просто какая-то фантастика. Ну, давайте попробуем забраться на эту вышку. Ух ты, блин. Вы представьте, просто в реальной игре, без багов, вы бы никогда сейчас не забрались бы на эту вышку. Ну-ка. А вот на этот дом, если заберемся. Блин, я чувствую себя каким-то суперменом. Типа, когда могу летать. Посмотрите, пожалуйста. Вау. Ну, на эти дома тоже можем залезть. То есть уже на конечную сцену с монахиней мы можем спокойно пробраться через баг. И это вообще круто. Ну, я предлагаю забрать мотоцикл и двинуться дальше. В принципе, тут уже терять нечего. Уходим отсюда, улетаем. Интересно, там есть пределы карты? Если я за этими горами пойду, да? До конца. Давайте даже проверим, наверное. Я проверю сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Забрали! Тихо-тихо-тихо-тихо! Чуть-чуть не тронул меня. Смотрите, мы даже с мотоцикла можем летать. Вау. За пределами этих гор, мне кажется, ну ничего нет. Даже, наверное, даже смысла нет туда идти. Хотя давайте проверим, как выглядят вообще эти горы. Муляжные горы. Капец, как все классно выглядит издалека, да? Смотрите, муляжные горы. Вау. Сблизи, как будто не настоящие мелкие какие-то горы. Ух ты. Посмотрите, пожалуйста, что я вижу сейчас вместе с вами. Муляжные горы. Как будто я начал пассивно двигаться, да, за пределами этих гор. Ладно. Так, вот такие вот у нас пределы этого лагеря. Все понятненько. Я предлагаю поехать на другую станцию какую-нибудь. Но, заметьте, мы очень медленно ходим. Конечно же, это не есть хорошо, но
Самое главное то, что у нас остался этот баг. Это очень круто. Я предлагаю поехать. Так, давайте сейчас, пока мы едем, идем туда, подумаем, куда мы можем поехать. Ага. Ну, получается, станция метро... Там ничего нет. Потом у нас что есть еще? Цирк, лагерь. Ну, в цирке, получается, есть еще, да? Поехали в цирк, почему бы и нет? Почему бы и нет? Так. Смотрите, когда мы, получается, перестаем, передвигаемся по фургону, все, у нас бак исчезает. Вау. Ладно, хорошо. Так, у нас там есть домик. Там, в принципе, делать нечего. А где Рот? Уху, Родик. До свидания, Родик, уродик. Мы сейчас сделаем так. Ты нас точно не догонишь. Хопа, сели, поехали. Уху. Едем. Намного быстрее доедем сейчас. Повернули. Так. Супер, выходим. Забираем мотоцикл. Поднимаемся наверх. Смотрите, тут же еще лестница вот тут есть. Я совершенно забыл. Точно. Давайте попробуем через эту лестницу. Бросай. Заберись. Так, ну, мне, наверное, как-то отсюда надо забраться. Хорошо. Сядь. Все. Вылезаем. Иху! А, блин, не сработало. Я думал, смогу улететь. Ну, никак не сработало. Так, давайте мы вот так сделаем сейчас. Бросили. Сели. Попытались поехать, что-нибудь поделать там. Выбрались. Полетели. Не получилось тут. В этой лестнице даже можете не пробовать. Я как бы категорически вам говорю, то, что это не получится в этой лестнице у вас. Так, уродик, уродик, до свидания. Интересно, вот тут тоже есть лестница. Сработает ли она тут, да? Бросили. Стали. Ой-ой-ой-ой, тихо. Тихо. Блин. Это не последняя жизнь, надеюсь. А, нет, последняя. Ну, короче, мы, в принципе, посмотрели этот баг. Он очень крутой. Вы сами можете попробовать через эту лестницу. Потом напишите комментарий, я попробовал, либо я попробовала. Получилось ли у вас или нет. Встать на лестницу, потом сесть на моцик и вылезти с моцика. Все очень просто. На этом все. С вами был я, Игорь Кодор. Держите меня в курсе в новых багах. Пишите мне в комментариях, ВКонтакте, пишите, без разницы. Я слежу за всеми комментариями. Конечно же, лайковым, которые мне нравятся. И, возможно, отвечать частично, да? Вот, поэтому и ВК пишите тоже мне, и как бы на Ютубе. Все, с вами был я, Игорь Кодор. Всем удачи, всем спасибо, всем хорошо. Всем пока!